А в 34-й школе Твери появилась Георгиевская аллея ратной славы. Она посвящена тем, кто верно служил Отечеству на поле брани и кто сейчас защищает нашу Родину. В высадке молодых деревьев приняли участие школьники и педагоги. Перед тем, как высадить деревья, прошла торжественная линейка. 7 молодых сосен посадили на территории рядом со школой. Аллея образовалась с левой стороны от центрального входа в учебное заведение. Так как мы закладываем Георгиевскую аллею ратной славы, то мы выбрали место, где не центральный вход в школу, да, а рядом у нас тут ручей Соменка. Такое тут красивое, можно сказать, место. Тут есть очень большие деревья. И так как нам посоветовали, что тут нашим соснам будет лучше. Здесь также есть асфальтовая дорожка, где можно проводить торжественные линейки именно с таким патриотическим направлением. После линейки ребята разделились на группы и, взявшись за лопаты и ведра, приступили к посадке сосен. Ставим вертикально деревце. Вот. И теперь... Нет, тебе одному не стащить. Да, да, да. Ой, оп. О, классно. Очень здорово, что мы посадили сегодня сосны, потому что когда мы вырастем, мы будем проходить мимо нашей школы и вспоминать, что мы сами их посадили. Патриотическому и экологическому образованию в школе номер 34 уделяют особое внимание. Ученики постоянно участвуют в различных мероприятиях по этим направлениям. Я участвовала в проекте «Экологика» вместе с девочками. Мы заняли гран-при. Мы делали, во-первых, это были подкасты про экологию, как можно использовать повторно вещи и так далее. Весной участвовали в штабе военно-патриотического направления и заняли первое место. Помощь в организации посадки деревьев оказала ЗАО «Калининская». Школа является подшефным учреждением образования для этого предприятия. Педагоги и школьники надеются, что посаженные сосны будут расти крепкими и здоровыми. В дальнейших планах расширить аллею и посадить еще больше деревьев.